В один миг из-за аварии не стало практически целой семьи. В результате ДТП на месте погибли муж и жена, двое детей, 15-летний мальчик и 9-месячный малыш. 13-летний мальчик в тяжелом состоянии, госпитализирован в местную больницу. Трагедия произошла в Кадамджайском районе Баткенской области. ДТП произошло примерно в 6 часов вечера по автодороге Кадамджай-Айдаркен. Машина марки Mercedes-Benz выехала на встречную полосу и совершила лобовое столкновение с Дэу Матис. 4 человека погибли на месте. Один в тяжелом состоянии, госпитализирован. Пассажиры маршрутного такси серьезно не пострадали. Им также была оказана медицинская помощь. Водитель Мерседеса водворен в ИВС. Возбуждено уголовное дело. На автотрассе Бишкек-Ош за минувшие выходные произошло 3 аварии, в результате которых погибли 6 человек. Так, в Карасуйском районе Ошской области 10 сентября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 3 автомобилей – Honda Accord, Mercedes-Benz и Opel Vectra. Как сообщают в УПМ, Mercedes пошел на обгон, на встречке столкнулся с Opel. Затем машины задели проезжающую Honda. На месте аварии от полученных травм скончалась жительница села Ширалы Карасуйского района. Пострадали 9 человек. Другие 2 аварии также произошли в минувшее воскресенье. Первое ДТП произошло на 203-м километре автодороги Бишкек-Ош. Это Чуйская область, Чайлинский район. Там столкнулись 2 автомашины марки Honda Fit и Volvo. А в результате ДТП погибли 3 человек. Это 2 пассажира и водителя. Прибывшие спасатели на месте происшествия извлекли тела погибших и передали сотрудникам милиции. Второе ДТП произошло уже более поздней ночью на 267-м километре автодороги. Это Джалабадская область, Токтогульский район. Предварительно водитель не справился с рулем и съехал с дороги, в результате чего также есть жертвы, то есть 2 погибших, а сам водитель пострадал, у него различные травмы. Рост количества ДТП милиционеры связывают с окончанием сезона отпусков и началом нового учебного года. Чтобы уменьшить число аварий, правоохранители несут усиленную службу. Мы имеем печальную статистику. За 10 дней сентября месяца на дорогах республики совершено 214 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибло 38, получили различные степени тяжести ранения 317 человек. За аналогичный период прошлого года было совершено 169 дорожно-транспортных происшествий, при этом количество погибших составило 32 и количество раненых 221. Всего же в стране за 8 месяцев этого года произошло 3900 ДТП. В них погибли 504 человека. Правоохранители отмечают, что более чем 80% случаев в авариях виноваты водители. Екатерина Ступкина, Рамазан Сушанло, НТС.